Здравствуйте, в эфире национального телевидения «Чуваши». Информационная программа «Республика» с главными событиями вторника вас познакомит наши корреспонденты и я, Ольга Пырочкина. Смотрите сегодня. Учиться, еще раз учиться. В столице Чувашии прошел 3-й Всероссийский съезд учителей сельских школ. Сложнее пареной репы. В театре юного зрителя по-новому переиграют известную сказку. Как дома. В Ульяновской области открылось чувашское подворье. Столица Чуваши стала площадкой для проведения 3-го Всероссийского съезда учителей сельских школ. В Чебоксары приехали более 500 педагогов из 62 регионов страны. В работе съезда участвовала министр образования и науки страны Ольга Васильева, что волнует сельских учителей в нашем следующем материале. По данным Миноборнауки, сельских школ в России более 25 тысяч. В них работают около 500 тысяч педагогов. Это половина всех школ страны и половина российских учителей. Однако учеников в них гораздо меньше, чем в городах. Не так давно многие учебные заведения объединяли, малокомплектные школы закрывали. Но сейчас ситуация изменилась. У нас 12 тысяч школ, это почти половина от сельских школ, которые являются малокомплектными. На селе мы будем сохранять во всех случаях, когда это необходимо, малокомплектные школы. Потому что я считаю, что без начальной школы вообще жить невозможно. В этом году в школах страны появится 12 новых сельских школ. Но все-таки основная проблема не материально-техническая, а кадровая. Многие учителя вынуждены вести сразу несколько предметов, работать одновременно с разными возрастными группами. Одним из путей решения задачи министр видит разработку отраслевой программы, аналогичной земскому доктору. Пока же регионы ищут свои способы. К примеру, Чувашия в этой области добилась немалых успехов. Во многих районах республики учителя получают дополнительные выплаты. Построено 9 сельских школ. Касаясь сельских школ, мы последние годы создавали комфортные, благоприятные условия для воспитания и обучения как в городских округах, так и в сельской местности. Наша задача, участвуя в федеральных программах, создавать максимальную благоприятную среду. Результаты очевидны. Многие сельские школы республики входят в топ лучших по стране. Уровень образования очень высокий. На самом деле, тех проблем, которые есть во многих регионах Российской Федерации, у вас они практически решены. Значит, у вас практически нет, а в сельской местности точно практически нет школ с двумя сменами. Это будущее, так скажем, это задача ближайших лет по всей Российской Федерации, которая уже в регионе решена. Своими идеями и практиками поделились представители и других регионов страны. У нас большое количество школ-интернатов, проходят на самом деле практику в оленеводческих бригадах, в рыболовецких бригадах, на других предприятиях АПК. И это взаимодействие построено на такой долгосрочной конструктивной основе. У нас ежегодно несколько сотен детей проходят такую практику и потом становятся полноценными работниками уже предприятия агропромышленного комплекса. И в этом мы видим мощный стимул для развития села. На съезде работали 5 дискуссионных площадок, где обсуждались основные проблемы образования на селе. По итогам заседаний были приняты соответствующие документы и обозначены направления дальнейшей работы. Очень важно, чтобы сельские школы могли давать образование на том же уровне, на каком дается образование во всех других школах, чтобы это различие исчезало, чтобы дети, заканчивающие сельские школы, могли остаться на селе, но могли выбрать для себя лучшие высшие учебные заведения нашей страны. Татьяна Леонтьева, Андрей Шоклев, Республика. Какова сегодня сельская школа? Пожалуй, самый актуальный вопрос на Всероссийском съезде учителей. Тринькосинская средняя общеобразовательная школа нашей республики – пример современного сельского учебного заведения. 24 учебных кабинета, своя библиотека, бассейн, спортивные тренажерные залы и почти 300 учеников. Так Тринькосинская средняя школа выглядит сейчас. 9 лет назад это учебное заведение победило во Всероссийском конкурсе инновационных школ и получило государственную поддержку президента Российской Федерации 1 миллион рублей. Компьютерный класс, 3 интерактивных проекта, лингофонный кабинет – все это появилось в школе после победы в конкурсе. Помимо технического оснащения, средства были направлены на повышение квалификации
квалификации педагогов. Китайский язык, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса как один из самых сложных, сейчас стали активно изучать в России. Тринькосинская школа не исключение. Я изучаю китайский язык 1 год. Мне захотелось попробовать. Мне понравилось. Я начал учить китайский язык. Он очень похож на английский. Школа – это не только учеба. Из года в год ребята становятся как призерами, так и победителями районных и республиканских соревнований по различным видам спорта. Но особая гордость школы – хореографическая студия «Сияние». Ее танцоры – тоже призеры различных фестивалей. Каждый ученик нашей школы занимался хореографической студией нашей «Сияние». И сейчас у меня больше 150 человек, то есть это практически половина школы. Мы выезжаем на разные мероприятия, концерты, конкурсы на международные, всероссийские, республиканские, районные. Занимаем призовые места. Были в Туапсе, в Болгарии, в городе Обзор на международном конкурсе хореографическом, в Абхазии. У Тринькосинской школы большие планы на будущее. Ей лишь 27 лет, а для учебного заведения это возраст больших возможностей. Юлия Важенина, Сергей Адушкин, Республика. На заводе имени Чапаева завершилась модернизация производства резиново-технических изделий. Посмотреть, как идет работа в новых условиях, приехал глава Чувашии. Еще Наполеон говорил, что тот народ, который не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую. Понимание этого есть у всех государств, России не исключение. Немалый вклад в развитие оборонной отрасли и обеспечение безопасности страны вносит завод имени Чапаева. На предприятии постоянно внедряются современные технологии. Без них невозможно выпускать военную и гражданскую продукцию нового поколения. Современнейшее оборудование, аналогов которого по технологическим планировкам и компоновке нет сегодня в России. Производственные мощности, которые установлены на нашем предприятии, позволят выпускать более 2500 тонн различных марок резины. Новые виды покрытий с улучшенными характеристиками позволят производить комплектующие для российского флота. Поставлены большие амбициозные задачи и цели. И эти цели и задачи требуют высокого профессионализма и ответственности от руководителей коллективов предприятий. Особенно в наше современное нелегкое время. И именно поэтому запуск этого пускового комплекса сегодня – это важное событие для всех нас. Современное производство резинотехнических изделий открыло новую страницу в развитии предприятия. В реализацию проекта модернизации вложено свыше 600 миллионов рублей. Поддержку оказал федеральный бюджет. Свои вложения сделали концерн «Техмаш», госкорпорация «Ростех» и само предприятие. На днях президент России проводил с членами правительства совещание и поставил стратегическую задачу, чтобы в первом полугодии 2017 года утвердить новую программу и оснастить вооруженные силы Российской Федерации, военно-морской флот Российской Федерации новым современным оружием. Гостям предприятия показали музей, где собрана вся номенклатура изделий, в разные годы созданная заводчанами. Елизавета Зайцева, Татьяна Филатова, Игорь Зверев, Республика. Как сделать российские города более комфортными для проживания? Эту тему обсуждали на Всероссийском совете местного самоуправления, который прошел в Москве. В работе совета и форума «Городское развитие и совершенствование качества городской среды» принял участие и глава столицы республики Леонид Черкесов. Руководители муниципалитетов обсудили возможность появления нового приоритетного проекта «Городская среда». В форуме чаще звучало, что развитие городской среды должен быть приоритет национальный проект. И, конечно же, вот это для нас важно. Не только вот центры городов, центральные улицы, магистральные улицы, но и периферии города должна развиваться инфраструктурно. И городская среда все должна развиваться. Это здесь, конечно же, это парки и наши
зеленую что зону благоустроенную. Это мы говорим, что пешеходная, тротуарная зона. И конечно же, смотря за этим, благоустройство дворовых территорий, детские площадки, озеленение, и мы говорим, что инженерные сети. Мы говорим, что развитие городской среды не только в Чебоксарах должно быть, а в наших других городах Шумерля, Алатырь, Новочебоксарск, Ядрин, Цивильск, ну и районных центрах. Город Чебоксары и наши города, наши республики, они должны быть современными, они должны быть комфортными для проживания, ну и городская среда этому должна способствовать. Мы говорим, что в каждом в городе должно быть удобно для проживания, удобно для горожан. Ну и если мы добьемся того, что сделаем это, конечно же, мы будем счастливы. В Ульяновске открылось Чувашское подворье. Оно расположилось на территории культурного комплекса. В перспективе там намерены объединить представителей всех народов, которые проживают в области. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Старинный быт здесь воссоздали в точности. Станок для пряжи, каменная печь, деревянная колыбель для младенцев. Эти экспонаты преподнесли в дар местные жители. В культурном комплексе «Национальная деревня» Чувашское подворье открывается первым. Для представителей автономии республики это значимое событие. Национальное движение у нас впервые еще в СССР в 1989 году тут начиналось. Мы его продолжили, и до нас были продолжатели. Вы все знаете, что колыбелью чувашской культуры и новой письменности является симбирский Ван Яковлевич Яковлев. Мы продолжаем, живем его заветами. В подворье гостей будут знакомить с культурными традициями и жизненным укладом чувашского народа. Добавят колорита и национальные блюда. Здесь возвели ресторан, гостиницу, избу и даже черную баню. Эта площадка, отмечает глава области, станет символом дружбы двух регионов. Я от души благодарю нашу областную чувашскую национально-культурную автономию за по-настоящему огромную работу, благодаря которой стал возможен сегодняшний замечательный праздник. За то, что практически всегда именно ваша организация первая откликается на все региональные инициативы и добрые дела. Чувашская культура впечатлила и другого почетного гостя праздника, легендарного хоккеиста Владислава Третьяка. Очень красивые, одежда красивая, и песни прекрасные, они такие звучащие. Вообще народ прекрасный, дай бог здоровья всем. Главы регионов уверены, что дружеские связи между областью и республикой продолжат укрепляться. Мы берем всегда лучшие практики для того, чтобы претворить у себя. Делегации с Ульяновской области приезжают к нам, предприниматели, бизнесмены общаются. Наша задача создавать и в дальнейшем для них комфортную среду, чтобы мы развивались динамично по сравнению с другими регионами Российской Федерации. Мы очень внимательно смотрим за вашими производственными успехами, особенно в агропромышленности. Комплексе. И я считаю о том, что один из самых опытных руководителей среди субъектов Российской Федерации, которые понимают, что такое сельский уклад жизни, как сделать так, чтобы село очень быстро развивалось, конечно, это Михаил Васильевич является. В Чувашском подворье разбили аллею дружбы. Первые туи посадили главы регионов. Вслед за Чувашским подворьем в культурном комплексе появятся и другие. В ближайшее время в национальной деревне пропишутся татары, армяне, евреи и осетины. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаметов, Республика из Ульяновска. Все новое – это хорошо забытое старое. Чебоксарский театр юного зрителя имени Михаила Сеспеля открывает 84-й театральный сезон премьерой по мотивам известной сказки «Репка». Ее расскажут по-новому. Классическая сказка о Репке получила второе рождение и превратилась в загадочную детективную историю, где по ночам пропадают овощи и фрукты, а главные герои постоянно ссорятся друг с другом. Неизменным в сказке осталась разве что сама Репка. Авторы сказки применили все правила настоящего детектива, создали конфликт между персонажами, добавили в него двух злодеев, крота и хамелеона, а главное, сохранили интригу до последнего момента. Рок и рэп внесли динамики в сюжет.
несмотря на то, что мы вот животные друг с другом поругались, мы поругались со своими хозяевами, несмотря на конфликт между нами, мы готовы прийти на помощь. И дети тоже должны увидеть, что несмотря на то, что-либо там происходило в семье, вообще в личностных отношениях между друг другом, всегда нужно оставаться добрее, оставаться человеком и помогать друг другу. У сказки нет жестких возрастных ограничений. Она будет интересна и детям, и взрослым. Каждый увидит в ней свой смысл. По словам режиссера Натальи Шамбулиной, репка превратилась из обычного овоща в символ. Репка – это то, что тянет назад, заставляет человека откладывать свои дела, а по сути и жизнь на потом. Взаимоотношения между персонажами сказки – отражение реальных проблем между людьми. Мы учим детей брать ответственность за тех, кого мы приручаем, уметь прощать, уметь любить, уметь подавать руку и все решать в команде. Нынешние современные дети этого не умеют, потому что они берут пример с кого? С нас, со взрослых. Мы перестали им показывать это, мы перестали давать пример. Пусть этот пример подает театр. Когда я вижу, что вот сидят в зале дети, и у них глаза горят, я от них получаю, я отдаю. Когда ребенок приходит сюда, он все равно окунается в этот волшебный мир сказки, и он оживает. В новом сезоне также планируется показ пьес «Капитанская дочка», «С нами голуби», «Муха-цокотуха». Татьяна Филатова, Олег Якимов, «Республика». 13 сентября парикмахеры отмечают свой профессиональный праздник. В гости к современным цирюльникам отправилась Юлия Важенина. Не стричься, а поговорить о красоте. Красота спасет мир. Так говорил герой романа Достоевского «Идиот». Но что же такое красота? Во все исторические эпохи и у всех народов представления о красоте были различны. Но есть и нечто общее – ухоженные волосы. Задача мастера-парикмахера – добиться идеального сочетания прически с внешностью, одеждой и макияжем. В общем, создать эту самую красоту. Стрижки разной сложности, окраска, укладка, плетение африканских косичек, завивка, наращивание волос. Все это может делать парикмахер. Не секрет, что при помощи прически и цвета волос можно визуально устранить мелкие недостатки лица и подчеркнуть его достоинства. Сгладить резкие черты, насвежить цвет кожи. В профессии парикмахера существует определенная специализация. Кто-то занимается только мужскими прическами, кто-то только женскими или детскими, но, пожалуй, самое распространенное направление – парикмахер широкого профиля. Этот специалист не только стрижет, красит и завивает волосы, но и мастерски использует машинку. Фен знает особенности химических составов красок и их биологическое воздействие на человека. На сегодняшний день профессия парикмахер очень популярна, актуальна и очень востребована. И не только потому, что уже в городе Чебоксары больше 500 салонов красоты и парикмахерских, но и потому, что каждой девушке не помешает быть хорошим парикмахером, уложить маме прическу, сделать ребенку стрижечку. Марина Петрова, сколько себя помнит, всегда делала прически маме и подружкам. Уже тогда было ясно, что плести косички – ее призвание. Мне больше нравится делать прически, потому что здесь используется творческий подход. Можно что-то самой придумать. Все впереди. Надеюсь, что в будущем получится открыть салон. Чтобы устроиться на работу, специалистам парикмахерского дела не нужно прилагать особых усилий. На рынке труда повелители ножницы и расчески всегда пользовались и будут пользоваться спросом. Салоны красоты и парикмахерские до сих пор продолжают открываться практически на каждом углу. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, «Республика». Сегодня юные футболисты чебоксарской команды «Восток» играли в финале всероссийского турнира «Кожаный мяч». Такое в истории детского футбола Чувашии случилось впервые. Матч за первое место прошел в Казани, где в борьбе за главный трофей чебоксарцы сражались с командой Московской области «Дмитров». За неделю до финала команда «Восток» без поражений прошла групповую стадию соревнований. Юным футболистам удалось обыграть соперников из Краснодара, Санкт-Петербурга, Воронежа, Благовещенска и Москвы. К сожалению, в финале наши футболисты уступили команде из Дмитрова со счетом 2-0. Чебоксарская команда стала серебряным призером всероссийского турнира «Кожаный мяч» в старшей возрастной группе. Более 300 воспитанников детских домов Приволжского федерального округа участвовали в окружной спартакиаде «Спортивный олимп Приволжья». За призовые места боролись команды 14 регионов, кому удалось войти в тройку лидеров в нашем следующем сюжете.
Мамы разные нужны, мамы всякие важны. Кто, как не участники спортивного Олимпа Приволжья, знают и понимают это лучше остальных. Здесь более 300 детей, которые ввиду каких-либо жизненных обстоятельств остались без попечения родителей. Алексей Трегуб живет в детском доме села Белогорная Республики Мордовия уже 8 лет. Его друг Юнадий Измайлов 2 года. Ребятам справляться с жизненными трудностями, выпавшими на их долю, помогает именно спорт. Спорт – это главное для меня, жизнь. Я живу спортом, занимаюсь с малых лет. Вот. В основном футбол, также волейбол, баскетбол. Спорт – это все, что у меня есть в жизни. Потому что это здоровье, это спорт. Без спорта сейчас никуда, честно. Спортивный Олимп Приволжья проходит в рамках окружной программы «Вернуть детство», которая реализуется с 2009 года. Поэтому для кого-то эти соревнования далеко не первые, но для кого-то последние. Волейболисты из Сызрани в спартакиаде участвовали ежегодно. Но сейчас им уже 18, и это их последний год в стенах детского дома. А в спорт мы попали, ну как, все приехали в детский дом с малых лет. Вышли на поле, начали играть с пацанами, нам понравилось очень. Мы начали продолжать заниматься. И все, и так продолжаем, едем на соревнования на всякие, выезжаем, играем, побеждаем. Мне лично нравится борьба. Вот тут борьба, борешься за свою Самарскую область. То есть отдаешь полностью эмоции, отдаешь радость. Отстаиваешь свою честь. Да. Команду настраиваешь, чтобы они побеждали. А соревноваться было в чем? В программу спартакиады вошли 9 самых распространенных видов спорта. К сожалению, команде из Чувашии не удалось войти в тройку призеров. Однако в этих соревнованиях победа далеко не главная. Ребята основную задачу свою выполнили. Во-первых, они встретились в гостеприимной Чувашии, пообщались с людьми, значит, померили свои силы, насколько они возможны. Но и самое главное, это особая категория людей, которые это ребята из детдомов, участвующие в программе, окружном проекте «Вернуть детство», которые, ну, скажем так, не всегда имеют возможности ездить, путешествовать. В данном случае ребята приехали из 13 регионов, поскольку принимающая страна 14-я страна, и здесь участвует в спартакиаде. По итогам общекомандного зачета на высшую ступень пьедестала поднялись юные спортсмены из Мордовии. На втором месте расположились ребята из Саратовской области. На третьей позиции команда Оренбургской области. Екатерина Абрамова, Андрей Шоклев, Республика. Они еще не сдают ЕГЭ и не готовят документы для поступления в вузы, но уже задумываются о том, какую профессию выбрать. Они – это нынешние первоклассники чебоксарских школ. Компания «Инфолинк» создала для ребят настоящий островок профессии в самом сердце города. Об этом далее в сюжете. Я с вами прощаюсь. До свидания. Я хочу стать гимнасткой. Соня, кем хочешь стать? Стоматологом. Я люблю танцевать. Я хочу стать проектировщиком. А кто это? Делает карты. Я хочу стать певицей. Сотрудники «Инфолинк» объездили 59 школ и опросили 6600 детей на предмет того, кем они хотят стать в будущем. Врач, сотрудник полиции, музыкант и артист. Эти профессии возглавили рейтинг самых популярных среди первоклашек. Самыми редкими стали профессии инкассатора, каскадера, аналитика и сапожника. Выбор каждого ребенка зафиксирован на 10-метровом баннере с фотографиями первоклашек. Этот баннер, он потом аккуратно разрезается по школам. И наши сотрудники, которые ответственны за ту или иную школу, они эти фотографии развозят по своим подшефным школам и вручают как бы директорам, классным руководителям. В этом году на главной площади города расположилось 38 профильных площадок. В первую очередь мы направились к самой шумной – музыкальной. На площадке представлены наши классы – класс ударный, класс гитары, класс вокала. Вот. Выступают наши преподаватели, наши студенты. И помимо всего мы предлагаем детям познакомиться с инструментами, потому что возможности особенно поиграть на ударной установке в других школах нету. Вот. И здесь, ну, сами видите, аншлаг какой. Поиграв на барабанной установке, мы направились к площадке, которая привлекла нас обилием ярких красок в прямом и в переносном смысле. Эти детские рисунки будут выставлены на сайт МТС. И каждый лайк под одним рисунком будет значить 1 рубль. И так всем поможем больным детям.
Помимо творческих площадок, на празднике детства были представлены и вполне земные практичные профессии. Огромная очередь образовалась возле площадки «Я мебельщик». Здесь мы постарались представить, как производственное предприятие, готовые изделия в виде дверных полотен и погонажных изделий, чтобы дети могли посмотреть, что производится у нас в Чувашской республике. Детям интересно, потому что, во-первых, они могут увидеть это нестандартное решение, сфотографироваться. Также раздача шаров, гелевых шаров. Рядом с мебельной фабрикой очень кстати расположился банк. Здесь маленькие чебоксарцы брали кредиты и открывали вклады. Полученные деньги тратили на газированную воду и аренду автомобиля. Тут же была возможность подзаработать, спев песню или отгадав загадку. В завершении праздника маленьких чебоксарцев и их родителей ждал приятный сюрприз в виде розыгрыша призов. А самым зрелищным моментом стал запуск в небо сотен воздушных шаров. Дарина Игнатьева, Сергей Адушкин, Республика.